По полям, по полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе что-то, что-то там лежит. Давай мы с тобой разгрузим синий трактор и посмотрим, что же он нам привез. Ого! Здесь съедобные и несъедобные предметы. Давай с тобой несъедобные предметы положим в комод, а съедобными угостим кота. Итак, начинаем. Это сыр. Сыр можно есть? Он съедобный или нет? Сыр съедобный. Угощаем кота. Это Юла. Ее коту или в комод? Юлу в комод. Юла несъедобная. Это арбуз. Арбуз съедобный или несъедобный? Арбуз съедобный. Даем его коту. Это носки. Носки кому? Коту или в комод? Носки в комод. Они несъедобные. Это пончик. Пончик съедобный или несъедобный? Съедобный. Кому? Коту. Это дом. Дом съедобный? Можно его есть? Нет. Положим его в комод. Это хлеб. Хлеб можно есть? Он съедобный или несъедобный? Хлеб можно есть. Он съедобный. Даем коту. Это кубики. Кубики съедобные или несъедобные? Несъедобные. Кладем в комод. А это яблоко. Яблоко съедобное или несъедобное? Яблоко съедобное. Даем его коту. И остался у нас с тобой мяч. Это мяч. Мы его дадим коту или положим в комод? Положим в комод. Мяч несъедобный. Мы с тобой разгрузили синий трактор, и он отправляется дальше на загрузку. По полям, синий трактор